нестандартный продукт, который за счет интернета может стать, ну, как минимум, узнаваемым. Вот. Мы, в принципе, начали работу с создания нашего логотипа. Сейчас я, в принципе, вообще расскажу, о чем хочу говорить сегодня. Я хочу показать наши проекты, которые и нам кажутся наиболее удачными, и очень нам нравятся. И хотел бы рассказать, как мы, в принципе, вообще дошли до этих проектов. Сейчас у команды есть четкий бренд, стиль, логотип, есть лозунг. Но, в принципе, как все это создавалось? Это эскиз логотипа, который нам прислали друзья. А логотип мы разрабатывали вместе с профессиональными дизайнерами, с которыми давно знакомы. И возникла идея у нас сделать птицу Феникс, так как клуб наш был возрожден в 2014 году. До этого команда была профессиональная в Челябинске, но прекратила свое существование. Поэтому была идея сделать Феникс, как возрождение баскетбола. И второй вариант у нас логотипа был, это собака, как символ причастности к милиции, скажем, ну, к силовым структурам, так как вообще Динамо относится к этой организации. И вот нам пришлось выбирать между двумя логотипами. То есть вот вы сейчас, в принципе, видели оба логотипа. Вот скажите, вот вообще вам нравится этот логотип, допустим? Очень. Ну, а в чем именно вообще такой минус? Неузнаваемый. Слишком сложный. Нарисован карандашом, главный минус. Если не сказать, что это собака, может, потому что это волк. Да, кстати, вот именно волка мы больше всего боялись увидеть у себя на эмблеме, потому что, ну, все-таки милиция, волк и... Ну, не хотелось бы, чтобы это скандировали наши болельщики, поэтому, да, пришлось отказаться. Дальше посмотрим. В итоге все это переросло в ходе, там, да, отказались от Феникса, потому что, ну, там сам логотип напоминал там множество логотипов, где птицы держат какой-то мяч, ну, знаете, может быть, команда NBA. В итоге, да, пришли вот к такому логотипу. Здесь сразу же на будущее на латинском названии. Ну и собака, которая все равно за счет таких плечей, она все равно напоминала человека, да, то есть все равно какой-то оборотень. Но вот это уже нам начинало нравиться. Как видим, что? Давай дальше. Голодный. Да, в итоге два варианта, и мы предложили болельщикам выбрать из этих двух вариантов. Ну вот сейчас, допустим, вот при таком раскладе, как вы думаете? Второй. Ну вот даже, да, несмотря на то, что мы выбрали второй, это уже известно. Вот, в чем плюсы первого логотипа? Он держится за мяч. Нет, голодный. Да, конечно. Тогда я здесь всему подвешусь. Так нормально? Да. Ну там на сцену. Да, ну в принципе оба логотипа очень нравились нам. Вот несмотря на то, что у первого была скал, а ну, уже клыки собака показывает. Главным фактором было то, что сама овчарка, она проявляет агрессию именно когда скалится. То есть когда она уже лает, это уже она запугивает. То есть, ну вот, в итоге, ну и болельщики с нами, кстати, согласились. Большинство вариантов проголосовало за второй логотип. Вопрос? Да, сделали опрос, предложили выбрать. Причем, соответственно, сделали это инфоповодом. То, что баскетбольный клуб выбирает этот логотип. Ну вот, соответственно, выбрали второй. Это итоговый, в принципе, вариант бренда, где добавили элемент Динамо и добавили слоган «Победная сталь». Вообще стандартные цвета Динамо – это бело-синий. Мы сюда добавили какой-то уникальный цвет, терракотовый. Вот. Это, в принципе, все по созданию логотипа. Я просто хотел показать, что нам нужен был реально уникальный логотип. Мы считаем, что в сумме все вместе мы его вот придумали. А каким образом придумали слоган «Победная стая»? Технологии? Слоган, опять же устраивали опрос. Стая же больше по камеру, то есть собака.
стая, по сути, да. От чего вы хотели уйти в такую перспективу? Может быть, здесь осталось слово «стая», но в данном случае оно объединило вот это все сообщество, которое, в принципе приходит, ну, болельщики, команда, то есть мы показали, что мы все едины вот этим словом. Ну, победный – это такое слово, соответственно, воодушевляющее. То есть, конечно, за основу мы брали и сравнялись на логотипы NBA, потому что нам это близко было. На логотипы американских команд смотрели. Мы просто заметили, что очень часто логотип баскетбольные клубы просто берут баскетбольный мяч и пишут там название. То есть мы знали, что ценность образа, сформированного сразу, оно будет работать на перспективу в дальнейшем. Да. В итоге второй логотип «Феникс», он в итоге отошел в нашей детской спортивной школе. И они сделали себе вот такую форму с таким дизайном. Ну, просто не пропадал хоть. У нас теперь два таких крупных спортивных клуба в городе. Смотрят друг на друга. Ну, скажем так, чем-то они похожи. То есть держат в лапах животный элемент спорта. Вообще у нас сейчас в городе висят баннеры хоккейного клуба «Трактор» и «Динамо Челябинск». Слоган «Трактора» — это «Один город, одна игра». Наш слоган — «Наш город, наши победы». Мы больше сделали. Похоже на слоган «Один город, одна команда». Да, вообще очень часто это использовалось, и поэтому... А знаете, кому этот слоган принадлежит? Нет, кому? Зенит Санкт-Петербург. «Один город, одна команда»? Да. Вообще этот слоган очень часто используют, поэтому сделали вот так. Идем дальше. Это проект нашего маскота, талисмана команды. Его разрабатывали в сумме с разработчиками компьютерных игр. Поэтому вот они создали такую 3D-модель. А сейчас посмотрим, что получилось. Прикольно. Да, тут немножко не похоже, потому что, ну, не смогли сшить в Челябинске один в один, как в компьютерной игре. Но, тем не менее, получилась такая очень добрая собака, и она выполняет все самые главные функции маскота. То есть она нравится детям. Дети с ним охотно фотографируются. Ну, и выбор, в принципе, ему имени сделали тоже, назвали его Леброша. Леброша. Да, сейчас, собственно говоря, объясним, почему. Рука торчит. Там внутри человек, я просто, ну, на всякий случай. Ну, когда мы, в принципе, вообще создавали команду, это была новая команда, мы хотели попасть, в принципе, в информационное поле, поэтому мы придумали вот такой фейк, который разослали по новостным порталом. Да, мы пригласили к себе в Челябинск Леброна Джеймса просто. Причем очень интересно, там просто внутренняя кухня, что сайт sports.ru добавил так возможный переход. То есть настолько было реально. А теперь я бы хотел вообще, в принципе, рассказать о кухне этой новости. Дело в том, что нельзя просто так пригласить игрока вот так вот. Ну, ты будешь выглядеть как минимум глупо, если там директор клуба или кто-то бы сказал, что мы хотим Леброна Джеймса. То есть, поэтому нам пришлось сделать такой интересный обходной путь, в принципе. Мы на сайте Change.org создали петицию от имени болельщиков, где добавили еще такую фишку, что мы попросили Леброну суточный. То есть мы обратились к администрации с просьбой выделить нам суточный, чтобы он мог приехать. Вот. И, соответственно, уже со ссылкой на петицию новость уже вот была так подкреплена. В итоге в клуб уже на следующий день звонили люди и спрашивали, что правда приедет. То есть, ну, там, ну, это абсурд на самом деле, вот такой создался. Но за счет этого у нас, собственно говоря, и появилась вот такая оболочка, скажем, клуба, который, ну вот, идиоты. Ну, не идиоты, просто безбашенные. А еще эту новость надо было опубликовать очень быстро, потому что Леброн Джеймс
объявил о том, что он свободный агент, и тут же ему отправила посылку какая-то французская команда. Поэтому нам надо было очень быстро подбеговать, но за ночь сделали. Да, ну, там очень такое большое распространение новости было, в частности, вот лента и ну, другие спортивные сайты. Да, может дальше. Игры, где проходят, площадки, где проходят игры «Динамо Челябинск». Это здание Дворца пионеров в школе имени Крупской. И у здания дворца есть неработающая обсерватория. Это, по сути, большой металлический шар, который стилизовали под баскетбольный мяч. Ну, достаточно яркая фишка. Это становится достопримечательностью города. Да, там были сложности, естественно, потому что это, ну скажем, это не наше место. Мы не можем просто так взять его заклеить, поэтому там договаривались и просили, но в итоге облагородили. Кстати, опять же, вот мы читали комментарии, что у нас жители города, в принципе, некоторые негативно к этому отнеслись. Ну, то есть нормальный подхёрт, то есть чего вы портите город, обклеиваете неработающие обсерватории, а нам кажется круто. Вот. Нам нравится баскетбол, поэтому нам нравится, что у нас в городе есть баскетбольный мяч. Мы, опять же, усилили эту новость. Ну, мы любим вот так использовать инфоповоды. Мы усилили эту новость. Мы подали заявку в книгу рекордов Гиннесса, что у нас в Челябинске самый большой баскетбольный мяч. Это вообще не сложно было. Просто пишешь письмо, отправляешь и все. А, ну да, там от бота приходит ответ, да, ваше письмо принято, все. Вот, вот ссылка. Естественно, мы даже не ждем ответа, не надо, уже все, уже сработано. Самый большой баскетбольный мяч, где все, вот он, кстати. Если будете в Челябинске, обязательно с ним сфоткайтесь, это круто. Уже дальше. Ну, можно дальше. Условия никак не влияют? А? Погодные условия никак не влияют? Да нет, там такая достаточно хорошая пленка, которая все выдержит, и пока «Динамо» Челябинск живо, он будет стоять. Ну, уверен. Ну, месяца два простоит. Следующий такой интересный проект. Это наши баскетболисты, игроки выступают на сцене Челябинского камерного театра. Они реально приняли участие в постановке. То есть для нас это был вот такой инфоповод. У нас вообще, в принципе, Челябинский камерный театр, он сам по себе там, достаточно креативный директор. В 2014 году они объявили, что Декабрио стал их почетным актером, что, в принципе, дошло аж там вообще до Первого канала. Они объявили, что раз ему никто Оскар не дает, пожалуйста, он может бесплатно посещать все наши постановки. Все, достаточно. Все, Декабрио, наш Челябинский, так что после этого. Понятно, откуда корни растут. Да. Вот. Ну, от ребят, на самом деле, тоже ничего не требовалось сверхсложного. А, кстати, вот это очень важный фактор был, потому что профессиональные игроки, и мы, по сути, заставляем вот участвовать в таких проектах, да, которые, как бы, скажем, ну, клоунские, какие-то необычные. И они поначалу действительно напрягались. Немножко было такое. Потом, когда мы все равно познакомились, стали общаться, они уже, давайте, весело. Потом они сами начали вот это все, там, придумать интересные фишки, я покажу даже, что придумали сами. Давай дальше посмотрим. Ну, соответственно, новость звучала, как выступили на сцене, все понятно, да? Да, это новость на английском тоже ничего абсолютно не стоило, то есть ты приходишь, просто заходишь на свой сайт, выставляешь игры, да, Галю? Придумали смешное описание, что номер 8 команды неприхотливый, любит ходить в турнире, дальше с разворотом, поверхность гладкая, блестящая, не бит, не красный. Пригнан из Казахстана, растаможен. Все, в принципе, все хватило для описания. Да, разослали новость, как «Динамо» Челябинск выставили игрока на продажу в интернет-магазине. Там была небольшая сложность, что если бы кто-то захотел его купить, то у нас бы были проблемы, потому что там пришлось бы возвращать с потерей, а 3 миллиона это много. Ну, в принципе, опять же, еще и подали новость, что мы не знаем, кто это сделал. То есть, ну, по сути, возможно, злоумышленники. Да, возможно, сломали просто болельщики. Но это первая принципе шутка была, поэтому там ее особо не спрячешь. А как он сам оценил это? Ну, понравится, конечно. А вы не предупреждали его об этом? Не предупредили. Ему потом сказали, Андрей. Тебя продали. Ну, Андрей уже к тому времени привык. Он, кстати, у нас из Казахстана, он такой веселый. Если ты всех порезал. Последствия не было потом от него? От кого именно? От игрока? Да. Да нет. Он уже все, он уже втянулся к этому моменту. Сейчас расскажу. Давайте я сейчас покажу видеоролик, который мы сняли. Я
Скажу его название. Видео один. Да-да, это баскетбольный матч глазами баскетболиста, который мы сняли. Ролик короткий, я предлагаю посмотреть его целиком. Это товарищеский матч. То есть, по сути, у нас во время матча игроки просто бегали с камерами на голове, менялись. У нас получился такой какой-то трешечник данкер. Ну, добавляли вот такие фишки, конечно, чтобы не было так однообразно смотреть. То есть, ну, вот по затратам на такой видеоролик там ушло, ну, одна камера GoPro, по сути, и все. В итоге получился вот такой как бы цельный продукт, который мы разместили под заголовком, чтобы баскетболисты сняли матч глазами игрока. Кто докажет? Ну, по мне так железка какая-то.
Ну, было страшно его трогать, потому что фиг знает, что. Но использовали это как такую рекламную кампанию в преддверии игр Кубка России. Разослали даже по местным СМИ изданиям, что вот мы провели такую акцию, прикоснулись, зарядились энергией космоса. Ну, плюсом мы еще из этого сделали видеоролик. Можно тоже посмотреть, да, еще комментировать. Просто хронология событий. Ну, нам повезло, на самом деле, то, что метеорит именно к нам упал, потому что, ну, это важный фактор. Все в основном так и помнят город. Опять же, вот пример того, что, в принципе, в организации вот этого ничего сложного не было. То есть мы просто попросили музей разрешить команде прийти на экскурсию и теперь тронуться к метеориту. Они... Я надеюсь, что это поможет клубу хорошо провести Кубок России по баскетболу и занять достойное место. Опять же, поучаствовал в видеоролике капитан хоккейного клуба «Трактор» Константин Ломов, который случайно прогуливался по торговому центру.
но снять его более-менее веселый. Он прям очень шокирован. Это видеоролик был в части рекламной кампании, мы в одной команде перед плей-офф. Ну, ролик набрал 160 тысяч просмотров, и это, в принципе, ну, такой уже нормальный показатель. То есть это уже точно друзья друзей. Это, ну, вирусный потенциал уже можно было оценить. В принципе, на это рассчитывали. Эта идея, которая была спланирована заранее, она настояла в плане по пиару, она была сгенерирована, скажем так, там, доработана, операторы знали, то есть она была тщательно продумана. А есть идеи, которые у нас возникают за полчаса до игры. Вот мы хотели показать в видео, следующее. А там времени много заняло? Подожди, не включай. Что по времени? По времени эта акция много заняла времени? Там около часа, короче, снимали. Да. На самом деле, там нужно было подождать, пока все это успокоится, чтобы новый человек как минимум зашел, чтобы он был неожиданный. Сколько людей еще было? Подсняли там много, но вот самые такие типичные представители. Да, Челябинска. Опять же, вот эта новость, которая, она звучит так, что баскетболисты провели флешмоб. Капитан Кейна Булгатрактор принял участие в флешмобе. Баскетболисты приговорились. Ну, вот, в принципе, вот такой посыл веселый. Ну, игроки вот уже здесь с удовольствием вот дурачились и так далее. Вот эта идея была придумана за полчаса до игры, мы стояли просто обсуждали, у нас же есть без камер. Давай что-нибудь снимем. Ну вот снимем такой ролик. Вообще женщин бить нельзя, как бы. 90% случаев они просто не заслуживают. Нет, еще назад. Видимо, остановись уже. Я хочу про новость рассказать. Вот, все, вот. Да, соответственно, вот так вот новость попала на сайт «Культура». То есть это развлекательный портал, где вот так вот логотип, таким образом, все равно увидел очень много человек, вот такой прикол на матче. Ну да, это видео, оно может быть не продумано. У него очень много недостатков, на самом деле, честно. Оно выглядит как постанова, с одной стороны. Непонятно, что это кис-камера. Не видно, что это снимается экран, то есть это какой-то монтаж. Ну вот за счет вот этой вот общей как бы, такой картинки, ну, получилось сделать такую новость, что парень позвал девушку, она оказалась не в настроении, ну, челябинская драка. Все, вот так, такая новость. Ну, которая, блядь, честно, меня веселит. Еще раз, Коль, можем посмотреть? А, да, можно еще раз видео посмотреть? С удовольствием смотрю, как делать. Второй, пожалуйста. Просто. Вот без второй пощечины не смешно было. Ты не против, чтобы это было? Это вот. Сначала я был против, честно. Вот. А на диване что такое было? Да, там это случайно. Дурачится. Процесс просмотров. Да, 119 тысяч просмотров. У этого видео очень много дизлайков, кстати. Ну, потому что... Ну, бьют, ну, короче, понятно, да? Ну, у циничных, может быть, улыбка вызовет. Мы смеялись. Кстати, вот здесь очень важно было, что мы, правда, мы чуть не ошиблись, когда это видео выкладывали. То есть мы хотели его в конве общего ролика из камеры, в итоге решили срезать. Мы доиграли, то есть мы потом в конце все равно показали, что все нормально, мы... Зрителям показали, что все нормально у нас, но эту часть все равно убрали. Ну, чтобы выглядело вот так, как есть. Там вот такая вот работа произошла над видео. Ну, странный пиар, ну, для Челябинска, мне кажется, нормально. В принципе. Можно фотографию посмотрю? Нет, да, даже фотографию. Да, у нас в этом году появился живой талисман. Это, в принципе, такое уникальное событие для баскетбольных клубов. Ну, вроде нет. В спортивных клубах, у которых есть талисман, да? Ну, так вот на память не приходит вроде. Ну, там летучая мышь есть у Спёрс, которая не ловит. Динамо, Москва. На Москва кто? Там вот этот хоккейный, который у них кошка есть. Она часто приходит на матч? Да. Серьёзно? Это стадом. А, ну, вот у нас есть теперь собака. В Португалии у кого-то там ястреб, по-моему. Угу. У Бенфики или у Спортинга.
Вот хотел бы... Нет, его зовут Гордон. То есть после того, как... Можно фотографию, в принципе? Вот, не Леброша. Не Леброша, потому что мы не могли дать имя полицейской овчарки. Да, она уже вот родилась таким именем. Он реально здоровый. Это какой-то, ну, такой медведь. Это самая большая овчарка на Южном Урале. И это... Она заняла 5-е место на конкурсе среди наркоразвестных собак. Она очень хорошо это делает. То есть никакого зрителя не возникло желания проверить его. Все уверены, что он справится с работой. Да, ну он не такой страшный, он просто иногда на фотографиях получается таким. Вот, он очень любит, в принципе, болельщиков, с ним охотно фотографируются, на него идут люди посмотреть, просто потрогать. Он очень добрый, максимально. Мы написали письмо с обращением в милицию, ну, в ГУМВД, по Челябинской области, с просьбой выделить нам живого талисмана для, ну, того, чтобы он вот, присутствовал на играх. А вы прям двух зайцев убиваете в безопасности? Ну да, кстати. Возможно, некоторые гости даже боятся. Больше не то, что он будет охранять, а то, что... Да. У меня таких знакомых нет. Написали письмо с просьбой выделить нам служебную овчарку. И это письмо направили в кинологическую службу, и нам, соответственно, направили вот его хозяйке. Она с удовольствием пришла, рассказала про него все. С первой игры он буквально уже полюбился. Это был Женька Гордон, что у нас появился живой талисман. Но летом у него был день рождения, который мы отметили, в принципе, всей командой. Сейчас предлагаю посмотреть видео. Вообще, в принципе, главный, не только баскетбол, но вот она вообще вот там вот появилась. Это было такое событие, что после этого даже вот в трансляции матча Евробаскета Роман Скворцов упомянул твою песню, когда рассказывал про нашего Андрея Зубкова, челябинского баскетболиста, которым мы очень гордимся.
То есть настолько вот этот персик полюбился в принципе всем. Он полностью наш игрок. В принципе, наверное, по проектам все. Но я бы еще хотел отметить такую вещь, что это профессиональная баскетбольная команда, которая у нас в нашей иерархии является центром баскетбола, в принципе, в Челябинске. Естественно, мы очень внимательно следим за развитием других, других лиг, школьной, баскетбольной, студенческой. Все практически взаимосвязано. Мы очень любим приходить на АСБ и снимать смешные видеоролики. Вот. Сейчас покажу фрагмент. Мы собрали видеоролик, мы его снимали и в 2014, и в 2015. То есть это такая... А, кстати, вот видео с участием этих девочек можете посмотреть на нашем канале YouTube, заходите, они очень артистичны. Сейчас просто такая работа над ошибкой произошла в ходе. Я не уверен насчет звука, но давай попробуем посмотреть. Кадрами. Мы используем эти кадры не только для интернета. У нас вышло уже 14 выпусков собственной телепередачи на местном канале. И все эти выпуски очень удачно встают, в принципе, как рубрика. Про СБ у нас был вообще отдельный выпуск, где мы, в принципе, рассказали про чемпионат, когда рассказывали о нашем местном этапе. Мы показали, в принципе, что вот у нас баскетбол вот так вот. Вот в таких лигах играют наши местные ребята. Да, это ведущие на наших играх. Я просто уже очень коротко расскажу, что у нас такая достаточно веселая атмосфера на играх. Мы стараемся делать какой-то веселый стартовый ролик. У нас ведущий — это Арсен Карапетян, он участник Comedy Battle, победитель, там какое-то место занял, я уже точно не помню. Он снимался в сериале «Универ» на ТНТ. Ну, такой вот, он очень такой опытный креативщик. И за счет него, в принципе, в основном создается вот эта веселая атмосфера. И он и заводит болельщиков, и ведет, то есть он создает вот такую у нас на трибунах ажиотаж. У нас маленькая вместимость, на самом деле, дворца, у нас всего 350 сидящих мест в основной ложе, плюс 150 на балконе, ну и стоящих там мест 200-300, может быть, есть. Ну, в любом случае, было несколько таких игр. А трансляции по местному телевидению у вас идут? Да, трансляция у нас идет на сайте местного телевидения. Много людей смотрят? Нет. Ну, совокупная аудитория клуба, вот профессионального человека. Мы подсчитывали, что за счет сайта, в принципе, у нас была такая цифра, 3000 человек смотрело трансляцию. У нас трансляция идет с одной камерой, но с комментаторами. Мы считаем, что там достаточно четкая картинка.
Трансляция – это обязательное условие РФБ для лиг. То есть команда обязана делать эту трансляцию. Просто кто-то просто ставит камеру на штатив, там веб-камеру, и все, в принципе, для этого достаточно. То есть мы были в данном случае заинтересованы, чтобы ее было интересно смотреть. В принципе, друзья, наверное, все. Я, в принципе, рассказал такие вот продукты. Вот, еще ладно, очень коротко расскажу. Недавно баскетбольный клуб «Уникс» разместил фотографии своего календаря, где они отфотошопили лица игроков и вставили их там в... Да, и в «Игре престолов», короче. Ну, у нас, в принципе, 2 часа заняло, чтобы сделать ответ, как бы, и просто зафотошопить наших игроков под старые. Естественно, мы не будем делать такой календарь. Но просто как новость. Ну вот, пожалуйста. Сыграли на это. Все. А почему не будете делать? Вот такой календарь? Да, есть лучше с голыми игроками, кстати. Это не реклама, просто. Просто. Все. В принципе, у меня все. Давайте, если у кого-то есть вопросы или какие-то предложения есть. Давай. Да, первый вопрос. Дмитрий, Санкт-Петербург. Как вы рождаете вот эти все идеи? Потому что мне очень безумно понравился весь этот контент, который вы показали сегодня нам. Как вы их рождаете и какие цели перед собой ставите, когда, ну, придумываете вот такие вот мероприятия? Ну, у нас, в принципе, очень много людей работает над созданием идей. У нас в клубе все абсолютно, вот мы живем этим днем, мы все можем, любой человек вот может просто придумать. У нас есть друзья, которые нам помогают, вот, из, ну, профессиональные пиарщики, то есть, которые вот так вот могут поделиться идеей. То есть, вот, ну, что, как придумываем, то есть, у нас как бы нет такого мозгового штурма, где мы садимся и все это придумываем. То есть, ну, просто... Каждый может предложить. Да, каждый может предложить, а потом идеи захватить. Николай, расскажите, да. Чем вы занимались до СБ, до «Динамо» членов спорта? Ну... Станет... Бестон станет открывать. Нет фотографии, как вы видите, да? Нет, такой фотографии нет. Я пытался стать врачом, на самом деле, профессионально. Я даже для этого поступил в медицинский университет. Ну, потом просто понял, что я хочу связать жизнь с креативом, а позже еще и с баскетболом. И вот такое удачное сочетание баскетбола и креатива, оно, в принципе, помогло создать такой, ну, уникальный для... Креатив почти. Да, я участвовал в КВН, естественно. Потому что все, в принципе... Потому что, ну, тогда это было модно, в 2002-м. Тем более в нашем вузе учились авторы «Уездного города», «Последствия Луны». То есть мы все время были вот в этой тусовке, мы все время напитывались этими идеями. У нас была своя команда, которая дошла до «Централки» в преображенном варианте, попала в премьер-лигу, в итоге вышла. Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, а игроки каким-то образом принимали участие в тем, что, например, предлагают какие-нибудь креативные идеи? Да. Допустим, была такая идея, как сделать видео поздравления от Мозгова на одной из игр. Я не помню, нет видео. Смысл такой, что да, игрок подошел, сказал, слушай, у нас вот учился в одной школе с Мозговым, они там до сих пор плотно общаются, давай что-нибудь сделаем. Вот мы придумали, что пусть Тимофей запишет видео, прям скинет нам. Мы это показали на экране, что Тимофей Мозгов поздравил челябинцев. Мы сделали из этого новости. Вот, опять же, даже идея с пистолетом. Они сейчас уже втянулись, им весело от того, что вот они вот этим занимаются. У нас есть видеоблог баскетбольный, где они, ну вот они не против сделать что-нибудь такое на камеру. Мы там делаем обзор гостиниц, по примеру, «Ревизора». Иногда даже специально селимся в такие гостиницы. Ну да, может, коротенький фрагмент просто покажу, я просто горжусь этим проектом. Просто горжусь, что мы попали в такую гостиницу в Туле. Yeah.
телевизор. Пройдите в детскую. Так, ну здесь немножко тесновато. Колыбелька моя вот. В случае вашей деятельности вы следите за какими-то клубами, там, да, кто как что делает, кто как продвигается. Ну, конечно. За какими вы бы всем нам посоветовали следить в России и, ну, за рубежом за всеми можно следить, там у них, а в России именно за кем следить? Ну, кроме «Зенита» и «ЦСКА». Нам очень нравится «Локомотив Кубань», который контент они, который производят. И мы очень любим «Мугавку», допустим. У них прикольные тоже видосы, там всякие вызовы. Так, вы когда «Динамо» Челябинск сделает вызов в студенческой команде? Мы уже думали над этим. Ну, просто честно, мы пока не придумали то, от чего нас прет, чтобы вот реально отправить вам вызов, чтобы вы реально не смогли сделать. Вот только придумали. Не сложно. Вот. Давай уже. Николай, там серьезный вопрос, пожалуйста, на Лукавке. Что употребляете и где покупаете? Хорошо на метеорит. Собака не позволяет. Мы исключительно продуцируем идеи за счет здорового образа жизни, правильного питания. Я зачастую. Можно еще? Ежедневный прогулок на свежем воздухе. А здесь у вас воздух, что ли? Да. Это за Челябинском? Там же производство. Челябинский воздух, по сути. Да, там такая атмосфера. Веселый. Да, все эти видеомонтажи, прочее, своими силами делаете? Да, своими. У вас в штате есть какие-то люди или сами своими силами? Есть. Можете... Ну, в основном весь видеоконтент в основном мне висит. То есть именно монтаж. А, ну, все. Да. Если программа на телевидении, там помогали местные еще монтажеры, потому что физически не могли там много сюжетов монтировать. Плюс они нам объяснили, что нужно на телевидении. То, что вы делаете профессионально, да? И профессиональные, и дешевые, и студии проработки, и прочее остальное. Для клуба, наверное, надо срочно отбежать. У вас хорошее отношение с местными телевизионщиками. Конечно. Да. Громко заинтересованы. Да. Опять же, сейчас вот программа. Бесплатно обходится или что-то? А что именно? Что именно бесплатно? Ну, вы говорите, у вас какие-то каналы, программы на... Да, у нас другая программа, чем «Баскет». Это инициатива канала. Это взаимовыгодный продукт. То есть мы делаем программу, в редких случаях просим у них камеры для съемки, если мы не можем снять собственными силами. Они охотно идут на это. Ну, они публикуют его. Вы делаете контент, а они его публикуют, да, на телеканале. У нас было, что мы работали конкретно с человеком, он доделывал финальный монтаж, там уже на телевидении, и выдавал программу. Ну, сейчас там есть небольшие сложности, конечно, с телепрограммой, там
появились новые условия, которые нужно решать. Мы посмотрим, как это сможем сделать. Можно вопрос? Да. Ну, сегодня обсуждался не раз вопрос финансов. Ну, нельзя, наверное, открыто спросить у вас, было бы неправильно спросить, сколько вы получаете за свою работу денег. Но если вы смотрите, допустим, ориентируетесь на там «Локомотив», мы в своем студенческом спортивном клубе ориентируемся, допустим, на своего флагмана, допустим, это будет у нас «Рео Плеханова» в Москве, где есть студенческий спортивный клуб, где есть медиаканал хороший. Вот сегодня в Крымском федеральном университете мы ищем человека на должность руководителя пресс-центра в спортивном клубе. Вы, я вижу, ну, мне подходите. Я бы предложил должность руководителя пресс-центра с окладом 50 тысяч рублей. Вас бы это заинтересовало? Я бы никуда не уйду из Челябинска. Ну, а мы же обсуждаем вашу заработную плату, и для людей будет интересно. Я из Челябинска, для меня вот это самое важное. Вот, вот наша команда. Хорошо. Мы этим живем. Если о зарплате говорить, мне было бы невыгодно перейти в клуб. Мне было бы выгодно, да? Вот так, да. Спасибо. Работают ли вот эти видео, то есть после выкладывания аудитории? Давайте представляться все. Да, можно? Александр Камиет, Москва. Работают ли эти видео? Ну, открывать. Да. Ну, реально работают. Нет, серьезно, я, например, на СВ, который я прихожу в университет, мне... О, ты вот эта девочка, которая с кроссовком там бегала? Вот, это реально, да. Вот, в Москве. Они реально работают, потому что они интересны не только баскетбольным тусовкам, но они интересны, в принципе, другим людям, которые смотрят и узнают через этот материал, через эти новости, что есть вообще команда такая. И на игры приходят. Мы не проводили опрос, почему вы пришли на игру. Ну, то есть аудитория увеличивается или нет? Она постоянная. То есть в Челябинске она постоянная. Коль, позволь немножко прокомментировать. Просто когда мы говорим об аудитории, мы говорим о аудитории, которая приходит на матч, и мы говорим об аудитории, которая знает о продукте. И вот в большей степени эти ролики, они выполняют роль увеличения охвата аудитории, которая знает о продукте, узнаваемости. Если мы говорим о конвертации узнаваемости в зрителей, то там иные технологии. Вот сейчас посредством социальных сетей, посредством контента, Николай рассказал о том, каким образом в большей степени увеличить узнаваемость бренда. И когда мы говорим о том, что это не только баскетбольная история, они пытаются создавать контент, который будет интересен людям из других сфер, которые не интересуются баскетболом, вот здесь, наверное, в целом и заключается весь креатив и идея, чтобы расширить эту аудиторию, чтобы это было интересно не только тем людям, которые занимаются баскетболом, но и те люди, которые не имеют отношения к баскетболу. И пример «Динамо Челябинска», наверное, один из самых удачных примеров, когда посредством создания интересного контента они увеличивают свою аудиторию тех людей, которые ранее не были ангажированы в баскетболе. Да. Мы действительно очень хотим, чтобы люди полюбили баскетбол. То есть за счет вот этого уже стали интересоваться баскетболом. Естественно, мы хотим, чтобы как можно больше людей вообще в Челябинске им занимался. Ну, там есть глобальные цели, в принципе, у команды, которые мы очень хотим воплотить, несмотря на все трудности, которые сейчас у команды, в принципе, есть. Но не всегда есть такие рабочие моменты. Надеемся, что мы справимся. Вот, в принципе, все. Да, есть какие-то ближайшие планы поделиться, чем... Что хотите создать в ближайшее время? Можно я одной... Да, нет, я одной идеей могу поделиться. Вот у нас Гордон бросает мяч в лицо, мы хотим, чтобы он во время матча выбежал, просто забил как бы и выложил такое видео. Ну, было бы круто. Сверху. Ну, в идеале, вообще. Николай, да, вопрос. А вы таким образом взаимодействуете с вот, трактором челябинским хоккейным? Здесь какие-то точки пересечения? Пересечения? Ну да, может, совместные какие-то акции вы делаете? Либо... Мы приходили на игры трактора, игроки трактора приходили к нам на игры. Буквально такая единичная была вот акция, в принципе. Ну, да, ну мы так уже. Ну это больше такой интернет-прикол. Вот таких прям договоров прям подписано о сотрудничестве нет больше. Не нет. Просто, Челябинск это хоккейный город вообще. В принципе, здесь мы как бы баскетболисты в данном случае. Ну, вот говорю, вот такая единичная акция была. Николай, глядя на ваш опыт, трактор не... Просил у вас о помощи? Какие-то креативные в одном из интервью
трактора сказала, что появление «Динамо» очень их постигнуло в плане того, что, чтобы заниматься собственными продуктами. То есть лично как-то? Нет, лично не обращались. Все, есть еще вопросы? Спасибо. А как вам отдали лучшую собаку? Видео было просто лучшей собакой, такая-такая. Как вам ее отдали? Раз она лучше. А потому что она, в принципе, лучше. Не, ну вдруг она там не Да, он действительно, он уже такой в возрасте, он уже больше нигде не участвовал после этого. И ну, здесь действительно взаимовыгодное сотрудничество. Здесь очень хорошее отношение хозяйки к клубу возникло, потому что мы общались, узнавали там подробности. Просто вот еще этого. Хорошо, спасибо, Коля. Я подведу небольшой итог. Думаю, что все со мной согласятся. Вот в выступлении Николая есть две генеральных идеи. Первая генеральная идея – это любовь к тому, чем он занимается, которая дарит ему такой полет креатива, такое количество идей, вот, которые не остаются незамеченными. Вот, занимаясь любимым делом, вне зависимости от того, от финансовой составляющей, вне зависимости от сложностей, которые возникают у нас, для этих людей оно дорогое, оно самое важное, и они несут сквозь все трудности, сквозь те преграды, которые все время жизнь подбрасывает. Но когда есть любимое дело, когда вы осознаете, что оно вот здесь, все становится достижимым, о чем мы с вами говорили в первой части. Вот. И второй момент. Мы довольно часто обсуждаем бюджеты, мы обсуждаем, откуда берутся деньги, как они тратятся. Вот это, наверное, тоже наглядный пример, каким образом за небольшие деньги или вообще в принципе без денег, только за счет собственного креатива, за счет профессионализма делать качественные вещи, которые у всех вызывают действительно уважение, и все готовы сказать «ах». Вот. Спасибо, Коля, еще раз. Перерыв. Сколько по времени у нас обед? Или... С часу до двух у нас обед, и в 14:00 тогда мы продолжаем наш семинар. Прошу прощения. Что? Есть немножко часы.